Украинские СИЗО переполнены. Только за последний месяц в изоляторах скопилось более 1000 людей сверх нормы содержания. Об этом заявляют в офисе генпрокурора Украины. Виной тому действующий карантин. Сейчас этапирование осужденных запрещено. Угрозу вспышки коронавируса в тюрьмах эксперты называют весьма вероятным событием. По данным правозащитников, в одесском изоляторе пока проблем нет. Антивирусные меры там соблюдают. Всех подозрительных по заболеванию людей направляют на 6-й корпус, там их изолируют, за ними следят. Вот. О подтвержденных фактах лично у меня информации нет. Все люди соблюдают санитарно необходимые нормы в масках, в перчатках. Ну, в общем, информация такая, что все необходимые меры по соблюдению карантинных всевозможных ограничений в следственном изоляторе соблюдаются. Подтверждают эту информацию в региональном управлении пенитенциарной службы. Сайт ведомства сообщает, что в изоляторе уже протестировали 150 человек, сейчас ждут результаты. Пока ни у кого, как среди работников, так и среди заключенных, тревожных симптомов нет. В то же время проблема загруженности одесского СИЗО всегда была актуальной. Всегда в тех камерах, которые рассчитаны были на 4 человека, сидело 5-6. Вот камеры, в которых должно было сидеть 10-12 человек, сидит гораздо больше, на 5-6 человек. Вот. Я не помню времени, начиная с 90-х по сегодняшний день, то есть тот период времени, когда мне интересна стала жизнь в следственном изоляторе и в местах не столь отдаленных, чтобы следственный изолятор был разгружен. По данным Минюста, одесский СИЗО – один из 12 изоляторов страны, где свыше сотни заключенных уже более 5 лет ждут приговора суда. Вместе с тем правозащитники говорят, что со сменой министра юстиции и начальства в изоляторе условия там стали намного лучше.